Помните, как знатокам задали вопрос: покажите предметы условно группы золота и группы лица, они же группы слона. Знатоки ответили правильно. Вот перед вами предметы так называемой группы золота. О чем речь? Шлакоблок, плита облицовочная, караед, ламинат, утеплитель, песчаник. Это тоже предмет группы золота. Какой бы маленький кусочек предмета не взять, понятно, о чем идет речь. А сегодня в телемагазине речь пойдет о достижении цивилизации из группы лица. Она же группа слона. Вы еще не поняли, о чем речь? Смотрите. Я вам показываю сейчас составные части предмета, о котором идет речь. И по ним нельзя составить представление о том, а что же это такое. Даже если бы я показал вот так. А для того, чтобы понять, о чем идет речь, надо увидеть этот предмет целиком. Сегодня в телемагазине мы будем говорить о холодильниках. Согласитесь, для того, чтобы понять, о чем идет речь, нужно увидеть все его составные части в совокупности. Приятного просмотра. Встраиваемый холодильник AEGS N81-840 располагает двумя камерами. Морозильная, где продукты поддаются заморозке и подлежат длительному хранению, и холодильная для тех продуктов, хранение которых не предусматривает глубокой заморозки. Каждая камера оснащена отдельной дверцей. Это очень удобно, потому как для того, чтобы поместить продукты в морозильник или извлечь их оттуда, вам не придется лишний раз открывать холодильную камеру. Это в значительной степени экономит расход энергии. Морозильная камера холодильника AEGS N81-840, расположенная под холодильной, предназначена для хранения продуктов, требующих глубокой заморозки, общим объемом до 55 литров. Вместимость холодильной камеры 265 литров полезного объема. Bosch CAN58 – мощный холодильник, оснащенный удобным электронным управлением. Оно способствует легкому установлению температуры в холодильной и морозильной камерах. Цифровой дисплей и внутреннее освещение облегчают управление устройством. Система No Frost избавляет вас от надобности размораживать Bosch CAN58. Функция суперохлаждения позволяет быстро охладить свежие продукты, не влияя на температуру в других отделениях. А система суперзамораживания предназначается для заморозки больших партий продуктов. Истинных хозяек приведет в восторг удобное оборудование. Переставляемые полки из ударопрочного стекла, боксы в морозильной камере, а также ледогенератор с подсветкой. Перед вами холодильник Samsung RS21. Главная особенность модели – система двойного охлаждения Twin Cooling System. Эта система контролирует и охлаждает холодильную и морозильную камеры по отдельности. Это достигается за счет применения двух независимых испарителей и термостатов для каждой камеры. Потому в каждой из камер поддерживаются оптимальные температурные условия сохранения продуктов и оптимальный уровень влажности.
Холодильник RS21 поддерживает технологию автоматического размораживания No Frost. Принцип работы. Воздух циркулирует между камерами, где хранятся продукты, и камерой, где расположен испаритель. Влага опадает на испаритель и превращается в лед. Специальное программное устройство циклически размораживает испаритель, выключая компрессор и включая обогреватель. Обогреватель растапливает лед, вода стекает вниз в компрессор, и там испаряется под действием его тепла. Таким образом, иней и лед не образуются на стенках камеры, где расположены продукты, и холодильник не нужно размораживать. Кроме того, технология No Frost поддерживает и быстрее восстанавливает равномерный температурный баланс внутри камеры. Также технология предоставляет другие преимущества. Продукты сохраняют больше полезных свойств, не слипаются, на упаковках не возникает изморось, в камере не образуется лед, за счет чего сохраняется больше полезного пространства. Удачной вам покупки!